Конец эпохи. Эпиграф. Теперь или никогда. Сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит, ни проблеска кругом, одно ничтожество свой голос возвышает. Семён Надсон. Любовь – обман, а жизнь – одно мгновенье, сказал меланхолический поэт, любви моля в тревоге и мученье. Певец, восстань, взывал и ждал знаменья, явись, пророк! Его апологет жить не желал без цели и значения. Теперь или никогда. Так по зиме и отдал душу он, так минуло 20-е столетие. Восстал певец и вновь порабощен, ни проблеска, все тот же пошлый сон. И прежде чем успею умереть я, изменится ли что? Каков резон? Теперь или никогда. То было время царское, когда в Висбадене лечился бедный Надсон. Горела передвижников звезда, Каренину подстерегла беда, по Бейкер-стрит гуляли Холмс и Ватсон, и газом освещались города.